Не понял. Но он мертвый уже, хорошо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Что это? Какого хрена происходит? Я не понял вообще. Чё за херня? Блять, заберите меня кто-нибудь отсюда. Ай, блядь, дайте мне резчик бумаги, берись уже быстрей. Ну что, блять, за что мне такое? Ёлки, сколько вас? Не вставай, не вставай, по хребту тебе перерубим его к чертовой матери. Ты вообще лежи. Ты откуда взялся? Вы скоты, блядь. Ты издеваешься, что ли, надо мной? Не прыгай, не прыгай, не надо. Говорю же, не надо. Ну что ты, скотина, а? Что с вами делать? Блять, надо выбираться отсюда, я сейчас умру. Уйди, уйди, мразь, уйди от меня. Выпустите меня отсюда. Какого хера произошло, я не понял, блин, а? Зачем вы так со мной? Пожалейте, блин. О, это был какой-то, я не... Сириус Сэм, прям. Сколько врагов-то перло. Так, мне нужна аптечка. Я жопой чую, что-то с этим, блин, бассейном не так. Что за звук падающего тела был? Топор. Видимо, что-то надо прорубить. Но я пока не вижу, что же мне надо прорубить. Поэтому... Ой, ой! Блин, опять чуть кнопку не перепутал. Откуда ты взялся-то? А, вот эту дверь. Все, понял. Блин, да что мне сегодня в горло попало? Ладно. Возьмем топор и пошли ломать дверь. Коль не шутят. Так, пойду за автоматиком. Блин, мне нужно подлечиться. Мне нужно подлечиться. Давайте сохранимся. Я не хочу по новой переживать этот кошмар. Это что было? Что происходит? Не надо мне этого. Тихо. Я вообще не понимаю. Что тут? Что такое? Блин. Кого-то пришитили. Возможно, из этого же автомата. Это просто баня кровавая. Охереть, охереть. Куда я попал? Надо выходить отсюда к чертовой матери, блин, да. Я не пойму, тут целую футбольную команду, что ли, вырезали. Насральник.
Кто у нас сральники по опыту Dead Space, и я точно могу сказать, что в сральниках нас никогда ничего хорошего не ждет. Ну и, собственно, по опыту Фира. Особенно мне запомнилась сцена из Дума третьего, где там заходишь в сральник, а там здоровый такой розовый демон грызет толстяка. Вот тогда-то были мурашки. Так мурашки. Так, это какой-то странный сральник. Или это не сральник, с кучей таких отделений, все расположены по коридору. Это типа модно так, что люди проходят, а ты там срёшь. А, это душевая, но все равно. Люди проходят, а ты моешься. Довольно странно. Птичка, блин, полудохлая, гнилая, отлично. Возьмем. Такого нам надо. Че опять? Опять полоснулся. Тихо, ты кто? Эй, я двигаться не могу дальше, чем вот так вот. Да что со мной творится? Таракан. Я хренею, блях-мух. Где я оказался вообще? Какого черта? Так, след нас ведет в какой-то сад, в какой-то сельской местности. Но сначала нам нужно выбраться из этого непонятного помещения. Как я тут оказался, я не понимаю, я не думаю, вернее, я не знаю, в школе ли я до сих пор или нет. Видимо, в школе, потому что тут разные грамоты висят с чемпионатов и кубки. Школа, видимо, со спортивным уклоном. Хотя, может, эти кубки там за какие-нибудь математические олимпиады. Я не знаю. Какого хрена гадать-то? Ван Хорн. Ах ты шлюха. Ты что-то постоянно, блин, мутишь. Так, давайте-ка прервемся, я отойду. И продолжим после этого дальше. Так, ну и продолжим. Продолжить игру. Вчера комиссар полиции объявил о своих планах по возврату дестабилизированных. Ну, в городе, короче, жопа творится. Высокопрофессиональных полицейских подразделений решили ввести. Да и хрен с ними, как говорится. Мы едем в село. So why are you in on this? I have a sense of responsibility. I needed to help. Help? You mean with my investigation? Yes, among other things. There was a time I thought I was the best investigator the Bureau ever had. Now it seems they were interested in me for other reasons. What do you mean? I saw my file. Apparently I'm some sort of circus freak to them. That may not be helpful. I wonder how much they know of what is happening. I would stay away from the Bureau as long as I could. It's not like I have much choice, since they still think I killed those two officers. Their deaths were unfortunate, but maybe it's best this way. Best? You seem to know a lot more about what's happening than you're letting on. This is Appleseed Orchard Estate. Stay on your toes. I'll drop you off at the house and head over to the barn. I'll meet up with you later.
Опа. Тут, похоже, хозяева какие-то жутковатые. Я уже в доме. Света нет. И пройду я долиною смертной тени, не убоюсь я зла. Мне бы какое-нибудь оружие, а то я сейчас дураком стану. Там кто-то бегает, где-то тут кто-то бегает. Темные пути к праведности. Видимо, мне по ним надо идти. Но, честно говоря, мне охота какое-нибудь оружие. Или хотя бы птичку взять. Блин, дайте мне что-нибудь. Хоть что-то. О, кочерга. Кочерга — это хорошо. Так, следы ведут в эту дверь. Сверху кто-то бегает. Так, нам туда. Давайте-ка закроем дверь. Какие дрени фени. Закрывайся быстрее давай. Кухня. Так, в ванной у нас, судя по всему, ничего нет. На кухню что-то я пока не горю желанием подсознательно идти. Блин, жуткое место. До одури просто. Кувалда. Кувалда мне пригодится рано или поздно, я думаю. Судя по тому, что тут эти глазья нарисованы, где-то, да, пластинка. Положим ее к птичкам. Ну, видимо, какого черта, выбора у нас не остается. Так, тут тупик, и слава богу. Так, нам вон туда, видимо. Ага. Написано позади. Бич. Я не знаю, что такое. А, да хер знает, что написано, короче говоря. Я все боюсь, что сзади сейчас кто-то прибежит и шлепнет меня дружески кувалдой в висок. Так, что это я нашел? Мне, видимо, какие-то надписи надо находить. Блять, подвал. Ненавижу подвалы.
Скотина. Ты куда девался-то? Блять, что творится? Сука, дурак что ли? Я не пойму, ты че подходишь так тихо? Фу. Пара кирпичей оптом продавать. Можно озолотиться. Ты, скотина! Так, ну ладно. Блять, надо выбираться отсюда быстрее. Я так чувствую, это уже где-то недалеко от финала, да? Потому что что-то совсем жесть какая-то пошла. Так, забьемся в угол и подождем. Так, секунду. Что ж со мной делаете, сволочи? Так, ну что, куда оно ведет-то? Ну, в тупик привело, что ли, я не понял. See yourself to be. Ты, видимо, следи за собой. Так и что? Я, похоже, вернулся назад, круг сделал, или нет? Нет. Просто похожее помещение было освещенное. Ой-ой, блин, что ж ты не вовремя так, а? Да бляха-муха. Скоты, а? Ну что за сволочи? Блин, тут вообще следов нет. Угу. Вот, собственно, у нас подъем обратно. Мне, видимо, и надо обратно. Но сначала... Нет, все правильно. Скотина, ну что ж ты будешь делать, а? Что я тут нашел? Почему мне показывают тут? Органические улики. Блин, сейчас опять какое-нибудь говно сзади прибежит. Ни хрена не вижу тут подозрительного, честно говоря. Да что, где, чё? Ладно, хер с вами. Если чё, вернусь. Блять, надо валить из этого. Из этого места. Фух.
Так, давайте-ка проверим, может тут что... Я же не знал тогда, что надписи надо собирать. Может я тут что упустил? Нет, судя по всему, все ведет туда. Так, мне было...